Здравствуйте, дорогие телезрители, подписчики нашего канала. Делаем вам краткий обзор домика. Домик находится Минская область, Слуцкий район, деревня Избудище. Это порядка где-то 15-12 километров от города Слуцка. Домик стоит, сразу скажу, недорого. Скамеечка такая есть. Домик очень хорошего качества. Здесь жил, тут живет ветеран Великой Отечественной войны. Дякую за перемогу. Видите, какая табличка, то есть. Это не просто табличка, это, можно сказать, так, награда даже за образцовый домик. Сейчас, конечно же, сестра выставила его на продажу ветерана Отечественной войны. Крыша здесь хорошая. Весь дом, колодец имеется на участке. Вода есть в колодце. Виноград есть. Здесь, вот смотрите, ребята решили навести порядок. Коса у них. В теньке отдыхают. Виноград, кстати, гроздья хорошие. Виноград хоть. Ой, и дали какие. Там, да, дети смотрят. Не ругайся, дети смотрят. Участок, вот он сам. Сорока прилетела, белобок. Участок ухоженный, немножко поросла трава, но это ничего страшного. Это вот сзади так он смотрится, сарай довольно большой участок, тоже довольно серьезный. Кстати, кому нужно сено, свежескошенное сено, еще даже не высушенное толком, звоните, пишите, есть сено, бесплатно, осталось его сгребти и убрать. На участке яблони есть, сливы эти, конечно, мы поубираем. Ну все, что тут еще вам показать такого? Вот сарайчик еще такой есть. Повторяю, Минская область, Слуцкий район, деревня Избудище. От Минска где-то 115 километров. Знаете, я хоть побуду, объясню, как это с вами. Я потом уеду отсюда. Она у меня. Там какие-то воды. Колодец. Так что вот такой обзорчик дома. Цена, ребята, за этот дом 5000 долларов на сегодняшний день. То есть, если есть какие-то вопросы, звоните, пишите, дадим координаты непосредственно хозяйке, кто занимается переформлением документации. Подъезд к дому, получается, гравейка с одной стороны, это угловой дом дачи, там поле, выгон, здесь вот пару домиков стоит, соседи есть, то есть туда дорога дальше, деревня пошла. Звоните, пишите, оставляйте комментарии. Спасибо за просмотр, за лайк, ждите следующих роликов.